Длинные волосы на голове – это круто. Не знаю, зачем я вообще это сказала. Привет, меня зовут Даша, и это традиционная книга «Отчетник» за август месяц. Черт подери. Я хочу начать с книги «Хорошо быть тихоней» Стивен Джибоски. Ой, как все это некрасиво выглядит. Совершенно уникальная книга, мне очень понравилась. Значит, как я ее начала читать? Когда-то? Ну, с месяца назад, я посмотрела экранизацию, не зная, что это экранизация. Собственно, я стала смотреть из-за Гермионы Грейнджер в одной из главных ролей. А у меня в электронную книжку закачано книг 50. Таким образом, я даже не помню, что там. И вот, когда я думала, чтобы мне почитать, и тупо ее листала, смотрю, «Хорошо быть тихоней». Думаю, о, я же как раз фильм посмотрела. А у меня создалось от фильма такое ощущение, будто какая-то недосказанность. Я думаю, прочту-ка я. Наверняка эта недосказанность там высказывается. Кстати, вот посмотрев фильм и прочитав книгу, я хочу сразу сказать, что экранизация отличная. Конечно, книга лучше, но в книге совершенно неподражаемо передаются эмоции. Просто сидишь и прям вот насыщаешься все ими. Причем это, я считаю, книга одноразовая, потому что нужно прочитать ее, пережить все эти эмоции, которые дарит автор, и забыть о ней. Второе прочитание книги я не пробовала, но думаю, что оно испортит первое впечатление. Книга очень глубокая, очень эмоциональная, очень психологическая. Очень много психологии. И она удивительная. Ее стоит прочесть. Там был один момент, который мне очень-очень понравился. Главный герой подарил свои самые любимые книги друзьям. И сопроводил это запиской, в которой он говорил что-то вроде того, что это мои самые любимые книги, и я хочу, чтобы они были у самых дорогих мне людей. Это так мило. Следующая книга, которую я тоже прочла в литовом варианте, это Эрих Ремарк «Три товарища». Я почему-то думала, что действие будет происходить на территории СССР, и когда начала читать и увидела, что это на самом деле довоенная Германия. Я так, конечно, поморщилась, но решила, что, может быть, по сюжету все-таки перейдет действие на территории СССР. Фигушки. Но книга хороша тем, что она прям повергает читателя в ту довоенную среду, которая царила в Германии. Многие немцы после войны уже Второй мировой объясняли то, как они слепо шли за дурацким Гитлером именно из-за совершенно ужасного положения в стране. Потому что они уже отчаялись и надеялись, что хотя бы он выведет из этого. Я не считала это оправдание достаточным. Но благодаря книге «Три товарища» я стала более терпимо относиться к немцам. На самом деле, интересно, мне показалась только первая четверть книги. Написана она очень увлекательно, с юмором, зажигательно, а потом становится все скучнее. Концовка, правда, выразительная. Ставит любого пережить эмоции определенного плана. Но не буду говорить, какого именно, печальные или радостные, чтобы не спойлерить. Но, тем не менее, факт. Но все-таки, несмотря на все описанные выше достоинства книги, я считаю, что в большинстве своем она скучновата, и я перечитывать ее буду никогда. А я люблю перечитывать. Алис Адамович и Даниил Гранин, блокадная книга. Как можно понять по названию, она повествует о Ленинграде
тех времен, когда стояла блокада. Ну, книга, конечно же, очень-очень печальная, грустная. Книга поделена на три части. Первая – это воспоминания блокадников и впечатления об этих воспоминаниях авторов. Вторая часть – цитаты из дневников, которые велись на протяжении блокады. Все-таки воспоминания и записи, которые делались здесь и сейчас, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Соответственно, впечатления авторов и об этих дневниках. И третья часть, самая маленькая, посвящена блокадному делу и совсем чуть-чуть, неоправданно, сказано о людоедстве. В двух местах книги есть иллюстрации. Фотографии тех лет. То есть это здесь идут именно такие бытовые моменты тех лет, рисунки, как видно, детей, о том, что они видели. Вот такого все плана. В другой части иллюстрации более личностные. То есть здесь есть фотографии тех людей, воспоминания которых печатаются в книге, либо есть какие-то цитаты из их дневников. Как видно, есть и выдержки, собственно, фотографии самих дневников, не только о людях, и которые там упоминались, или люди, которые вели эти дневники. Кстати, среди дневников меня очень впечатлили дневники Князева Георгия Алексеевича. Особенно у него есть такие строки в дневнике, это почти японские стихи получается. Сейчас тебе зачитаю. Вот он не только постучался, но и вошел костлявыми шагами. Голод. Конечно, книга очень печальная, но я считаю, ее должны прочитать типичные люди, которые живут, в принципе, в спокойное время, комфортное и сытое. Ну, хватит о грустном, перейдем к более веселым вещам. В августе мне везло в отношении получения книг, которых я выиграла. Это меня спасла слеза, которую я выиграла в социальной сети BookMix, и «Век чудес», который я выиграла в издательстве Ripple Classic. Так, меня спасла слеза, написала Анжель Либи. Это, значит, жила-была женщина. И однажды врачи решили погрузить ее в искусственную кому для здоровья. Погрузить погрузили, а выгрузить не смогли. И эта женщина во время комы все чувствовала и видела, что происходило, и слышала то, что происходило вокруг нее. И когда она вышла из комы, она написала об этом книгу, которую я держу сейчас в руках. Эту женщину зовут Анжель Либи, или Либи, я прошу прощения, не знаю, как правильно произносится. Очень интересно читать именно в плане, что как она все воспринимала, когда лежала в коме. Но в остальном как-то... Обратим внимание на формат книги. Она такая необычно широкая,
что навеивает воспоминания о детских книгах. Здесь крупный достаточно шрифт и большие поля сделаны сверху и снизу, и обычные тоже. Создается ощущение, что люди старались произвести впечатление, ну, как будто бы книга толще, чем она есть на самом деле. Также хочу заметить, что, мне кажется, автор в своей книге не особо, автор в своей жизни не особо много читала книг. Это заметно по тому, как она строит слог. Чуть ли не каждое предложение начинается «я». Немножечко режет глаз опытному читателю. Ну, в принципе, книга неплохая. А то я тут так разошлась, что может создаться впечатление, что она ужасна. И радует только ее оригинальность. Но нет, она не так ужасна, как я тут. Нормальная книга. Стоит почитать просто ради любопытства. Совсем другие эпитеты я буду сейчас источать на книге «Век чудес», которую написала гениальная Карен Томпсон Уокер. Обложка здесь двойная, то есть мягкая, которая снимается. И, собственно, твердая, такая желтая на оранжевом фоне, это девичий силуэт, что, конечно же, вызывает такие ассоциации с закатом или с рассветом. Обе обложки совершенно не случайными оказываются, когда начинаешь читать книгу. Я ее начала читать в 8 часов утра, и к часу дня она уже была мною прочитана. Совершенно уникальная книга, написанная очень интересным, захватывающим языком. Невозможно оторваться. Уникальна она и своим сюжетом. Я такого еще не встречала. Речь идет о том, ну, грубо говоря, очень грубо говоря, о конце света. Причем мне очень понравилось, что конец света наступает не с помощью вампиров, зомби или еще каких-то потусторонних существ, а по естественным причинам. И все особенности этого способа, который тебе специально сейчас вот не буду рассказывать, чтобы заинтриговать, там уже это испортит немножко впечатление книги. Этот способ, это причина, она расписана так тонко, так подробно, словно автор пережила это лично. А, кстати, книга написана от единственного лица. И вот знаешь, до того достоверно все расписано, то когда у меня, пока я читала, рядом со мной лежал телефон. И здесь так написано, что все прям досконально и уверенно, что когда мой телефон пищал, сигнализируя о том, что кто-то что-то затвитил в Твиттере, я брала телефон с абсолютной уверенностью, что сейчас в Твиттере прочту в конце света. Вот до такой степени она вот погружает вот в это. При этом книгу нельзя назвать такой уж прям вот депрессивной или печальной. Конечно, эти моменты здесь есть, но в основном она какая-то такая обнадеживающая, что ли. В общем, читать эту книгу непременно и обязательно. Ты не пожалеешь. Я тебе обещаю. На этом у меня все. До скорых книг. Пока.